Нет. Хэллоуин не отмечаю. Но был у меня случай в жизни, когда один раз я вел Хэллоуин как ведущий. Лет, наверное, 10 назад. Я его запомнил на всю жизнь, потому что это был единственный раз. Я пришел, там и сказали, ну, Хэллоуин, ну, что, хоба, костюм одевает, там вообще не пойми, что там, вурдалак такой на мне. Я там что-то, вот это все дела, там все. В итоге весело прошло все. По сценарию или без сценария можно шикарно отработать. Потому что это, ну, но вообще, если честно, если так по-серьезски, мне кажется, не нужно его отмечать. Ну, если так вот для меня, от меня.